четверо. Четверо. Специалисты и 3 солдата. А меня ты нахрена сюда отправил? Специалист Купер. Мой близкий друг. Поможешь мне с этим, и я постараюсь помочь тебе. Конец связи. О'Брайен, пока я тут выслеживаю твоего фрика, давай-ка ты еще немного побубнишь. А, расскажи мне про вирус, что-то, чего я не знаю. Вероятность заражения при контакте с вирусом близка к 100%. В первой неделе погибли почти все, кто был моложе 12. Видимо, неполовозрелость как-то повлияла на иммунную реакцию. Почти все старше 60 тоже умерли. Организм не смог вынести быструю мутацию на клеточном уровне. У всех остальных, кто заразится, начинают мутировать гены. Но дело в том, что вирус мутирует по экспоненте. Да, ты это уже говорил. Что это значит? Это значит, что зараженный фрик, которого ты ищешь, не похож на других. Мы выявили более 12 мутаций. 12. Да, и это только начало. Ты не поверишь, чего мы насмотрелись. Да нет, я-то как раз поверю. Конец связи. Снаряжение Неро. А, значит, он пошел туда. Может, сюда? О'Брайен, я нашел еще одного из ваших. На плашке ХАС Паттерсон. Ясно. Спасибо, что сообщил. Ты не спросил, О'Брайен. Что не спросил? Жив он или нет? Он не выходил на связь 12 часов. Они все молчат уже 12 часов. Такие вопросы уже излишни. Спасибо, что помогаешь.